Ну, здорово, здорово. Проходим же дальше. Мы проходим его, ее, их. Кошак что-то в ногах там забыл. Бля, вставай, вставай. Ему насрать, что ли? Раньше не было пули, откуда у них иммунитет к пулям появился? Давай перелезем, не с ним, лучше в обход. Ну да, в обход, что ж там делать? Сюда. Своих-то не бросаем. Бля, сейчас раз... Иди нахуй! Сука. Сейчас дыхание, да, на вот это? Дышать, дышать. Блять, вот сейчас... Давай геймпад не подведи. Кто тогда меня подвел? Вот в начале то, что мы играли. Давай. Окей. Сука, ты видишь, что там? Чё, она кровь не чувствовала, что ли? Какое животное. И все равно идет. Иди нахуй! И вообще, Рэйчел, сейчас эти. И вообще абсолютно похуй, вообще, блядь, на пули, на ножи даже. У этих тут вообще пулемет, блядь, был, насрать. Вообще магнитофон говорит. Стоило попробовать вылезти из этой пещеры. Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Не знаю, давай вверх прогуляемся. Ты можешь быстрее как бы походить? Я хочу вверху посмотреть. Господи, на каждую ступеньку будет наступать, серьезно. Что у нас здесь вверху вообще? Вниз-то она хоть быстрее будет спускаться. Да ты издевайся, блядь! Женщина, давай быстрее. Я хочу все обсмотреть, а ты вот это вот... На прогулку, что ли, вышла? А, это ты еще не видела, потому что что там тебя ждет. Еще пока не обосралась как надо. Так, что это за штука? Все равно фонарем не светит. Ладно. Пулемет мы видели. А, это вот динамит подрывать. Хорошо. Здесь что у нас есть? Чего-нибудь. Впрочем, я здесь ничего не вижу. Кто-то пытался пробиться с той стороны.
А задвижки-то нету. Значит, они пробьются. Вот ты бы батонами своими двигала как-нибудь быстрее. А, ну точно, жди за это. О. А не секрет. Местные боялись этих гор. И я понимаю их. Давай попробуем выйти на связь. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Ну ты же у нас инженер там или кто гений. Пленка спуталась. Капитан очевидность. Думаю, это поправим. Ты все-таки еще носишь кольцо. А твоего я не вижу. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. А ваша ты какая? Вот, да, вот это вот, девчули вот эти вот. Ты слишком хороший, чтобы я был с тобой. На самом деле думает, ты мразь тупая. Я хочу вернуть тебя. Но она повязла в грязи. Нам было очень хорошо. Смотри, я вот такой до конца на не будет честная. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Для начала правду. Курс изменен. Пообещал Эрику, что они обсудят их брак. Эрик догадался, что у Рэйчи появился другой. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала про зажигалку, и не потому, что начала курить. Эрик, скажи правду. Эрик, не надо. Признай. У тебя есть другой, да? Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй, блин, вы чё, ты чё нахуй? Я хуею. Блять, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно?
Да ори погромче, блять, может тебя не услышат, блядь. Тогда. Что ж ты творишь? Пустите. Оставьте меня. Потащим его. Не спасем Рэйчел. Оставьте меня. Ну! Я их убью. Блять, Мёрвин, это не иракция. Да похуй кто. Они мои! Живо! Блять. Или бросим его, или все умрем. Ну, валите. Да он не жилец, должен сказать. Все равно он не жилец, блять. Гранаты есть, блядь. Эй, крошка. Да им похуй. Вот тупые. Вы же... Я понимаю, что гранат там... Если в скале взорвать, то вот эта реакция может все осыпаться хуям. Ну, блядь, пули не берут, хули делать. Если ты жертвуешь собой, то жертвуешь, как, блядь. Нормально. О, сейчас можем, наверное, упасть. Тут все всегда через жопу. Да, ты смотри. Ты же не всерьез, она древняя. Нет выбора. Блядь, сейчас мы можем умереть. Идет. Надо всячески пробовать не падать. Да вы же пистолеты, господи. Чуть-чуть это, блядь. Вообще не ожидал, что сейчас надо кнопку нажать. Блять, нихуя, ебать тебе в рот. Помоги! Перестань дергаться! Бля, сейчас порвет, смотри. Хватайся за что-нибудь! Но за что? Я не вижу. Да хватайся нахуй! Блять! Сейчас Эрик может умереть! Если ты свою жопу не. Не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости! Так бы мы вместе полетели. Правильно? Ладно. Я видел, что он умрет, когда они будут падать. Но чтоб она упала в свою жизнь. Конечно, такое. Ну... То, что там видение показало, вот по-любому в этом моменте они падают оба, и он умирает. А ее смерть мы не видели. Поэтому, скорее всего, она выживет. О, наконец-то! Здравствуй.
так давно не было. В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. Узы, которые казались нерушимыми, ныне разрезаны. Сердце всегда сдается первым. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что сегодня они уже бросили одного из своих людей умирать. Не бросили. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. В плену у бездны, в ловушке, под землей. Один за другим их огни будут гаснуть, если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Да, конечно, давай. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь, безмерно тяжек, от преисподней к свету. Это все пока что. Да хули орешь, там, блядь, монстры, вот это ар... Я виноват. Прости меня. За все. Боже мой. Рейдж. Что мы наделали? Он так решил. Ну да, конечно. Ты же его видел. Он ни хера не мог решать. Все, сержант. Все, да. Опять на нашей совести. Полковник! Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Он открыл огонь. И... Рэйч... Она упала. Я держал. Изо всех сил, клянусь. Но она тянула меня вниз. И я обрезал веревку. Рэйчел! Надо идти. Сэр, мы как на ладони. Надо отступать. Ну! Туда. Идем. Охренеть. Он на Фреда похож из Скуби-Ду. Эрик. Тише. Вдруг он рядом. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Их не видно. Главный ястреб 2-1. Всем позывным. Как слышно? Прием. Джоуи. Ответь, прием! Джоуи мертв. Ты что, блядь, несешь? Иракцы его подстрелили. Он умер у меня на руках. Только не Джоуи. Как мы будем выбираться? Ах!
нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? Вы верите в Бога? Не на йоту. Так начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть сыро. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный иракец, может, не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи... Ник, хорош видами любоваться, шевелись давай! Но что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Давай, злость. Нахуй, спутник! Погибли люди. Клариса, твоя жена, мертва, Эрик! Ты повел нас на смерть. Эй, пока что я командир. Не забывайте свой ранг, лейтенант. Я вытащу нас. Идем дальше. Ебать, не голод. Бля, да нам пизда. Постерегите вход. Мы глянем. А, я то не могу дойти. Ладно, хорошо. Так это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется. Там генератор. Давай посмотрим. Давай. Мне нужна помощь. Сейчас. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Саботаж? Ну да. Прикрой меня. Этот полковник этот. Похоже, что я херня страдаю. Молодцом, Ник. Не зевай. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Принято. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Вы же жопа. Что думаешь? Ученые? Да, думаю, они. Так. Боги шумеров. Жрать пыль целую вечность? Да вы издеваетесь.
Так, так, так. О! Блять, я забыл, что здесь можно стать. То есть у нас была книга, где мы тоже могли там стать. А, еще, да? Так, напротив еще есть. Нахуй это. Сюда. Бля, растяжка, растяжка. Сейчас. Бля. Осторожно. Здесь растяжка. Сука. Чисто. Вроде все просто. Че, подорвем? Не, просто режем триггер. Это тот, кто стрелял в Эрика. Урод на нас охотится. Рэгбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Рэгбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, тут есть еще подарки? Прием. Понял. Я иду, конец связи. Он идет. Зря ты ему про мину сказал. Да не такой, что он козел. Чего сразу так щемрить прям во все. Еще секрет на один. В 4 реально был, ну, выбор как бы непростой, да, но если человек там уже, ты знаешь, что без вариантов. Нахуя умирать двоим? Оба. 21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси, своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя-бога, аккадского деспота Нарам-Сина. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. Абана. Так.
блядь, не понял, кого. Ну, я надеюсь, это не Салим. Потому что... А если Салим, то ага, нож не достаем. Потому что вроде как Салим нормальный. Может, у нас там поджидает? Это Джоуи? Он жив? Невозможно. Ты сам слышишь? Херня! Это точно он! Это место играет с нами. Говорю же, я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Ты уверен? Я никого больше тут не брошу. Эй, что тут произошло? В туннеле кричал Джоуи. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Напомню, что решение принимаю я. Все за мной. Так. Нет, я поведу. Нет уж, я с вами. Чего? Салим. لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش هتخانق معاك لازم يكون في طريقه ثانيه من هنا لازم يكون في طريقه ثانيه А, это дар. Сука, он там клешней все шевелил. Даже не знаю, стоит ли. Да, блядь, сейчас эта хуйня как напрыгнет. Ебать. Вот видишь, как ты сразу туда прыгнул. У меня ебаные. Иди нахуй! Да свет их убивает.
господи, в голову ему воткни. Синовый кол этот. Солдатня какая-то. Заебись الشمس بس في حدا ضيع منا Ник. А, вот сейчас будет. Джексон это вот этот. Ник в центре. Не зевайте. Эрик справа. Слышно его? Я нахер не знаю. Это главный ястреб 2-1, Джоуи, слышишь? Ответь, прием. Блять, обосраться. Да вы уже так не поняли, что ваши пушки вообще есть ничего. Надо за какими-то зажигательными херачить. Правильно. Так, ну это правда его? Это Джоуи. Ему херово. Надо спешить. Вы ведь были с капралом Гомесом? Что с ним произошло? Так. Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Как скажете, так. Я не ошибся. Ну, мы же не наркоман. Боже. Он отдал свой крест. Будем надеяться, что он жив. Хватит с нас потерь. Соболезную. Насчет Рэйчел. Правда? Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Эрик, ты уже сам догадайся, что мы трахаем ту Капрал жену. Гомес, это регбист. Как слышно, прием. Так. Смотреть. Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Гребаная дыра.
Это кровь? Нет, блядь, кетчуп. Да уж, вляпались мы в дерьмище. Учить, но вы научите. Так. Седьмое декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. О, у него с пенисом, с этим пенисом. Чтобы налить бокал для Мэри, нихуя. Я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было от нее такое. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. Когда Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что они нашли что-то внизу. Нашли, бля, говорит что-то. Что же они тут нашли? А? Вот, мы его встретим. Он сдается. Или нам надо будет сдаться? Он близко. Ну и пиздец. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Там темно. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Тут светло. Чё там в темноте? Прикрой. Бля, сзади кто-то. Курс изменен. Ник нашел аптечку Джоуи в туннелях. Идем. Так, это все? Да, это все. Ладно, не зря сходили. Соберись. Это место ебет нам мозги. Вытрахивает просто. Вдруг он не один? Хорошее место для засады. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи. Поспешим. Джоуи, это ты? Не будем спешить. Он прав. Будем осторожны. Черт! Он же сука. Да вы же этих сейчас призовете, сука. Граната! Да жопа ж, блядь. Сука. Сука.
Куро. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, рэгбисту. Сэр, вы там, прием. Блять. О, нет. В той стороне сидит демон. Замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Его можно убить. Ты обойди его по флангу и отвлеки внимание. Я прикончу. Так. Осторожность, поддержка. Давай, поддержка. Он нормальный, Салим, нормальный. Готов. Давай. Так, мне надо вот лечь. Напряжение. Thank you.
Видал я много уродов, но таких ни разу. Да что за ебанина такая? Эти твари тут везде. Никогда я не встречал подобных чудовищ. Как думаешь, кто эти твари? Знаешь, понятия не имею. Я их не спросил. А ты? Ты не веришь в демонов? Спросил бы ты меня вчера, я бы тебе в лицо рассмеялся. А сейчас? А сейчас я обосрался просто. Души мертвых отправлялись глубоко под землю, в дом праха. Питались там глиной, и их мучили демоны подземного мира. Даже представить такое не могу. Как ты, я в такое не верил. Но глянь вокруг. Глянь, где мы и что мы увидели. Мы в ловушке в шумерском храме. Так. Раз уж мы в аду, давай познакомимся, что ли? Никей, сержант. Салим Осман, лейтенант. Армия Ирака. Шукра, нихуя. Главный ястреб 2-1, ястребу 3, как слышно? Слышу тебя хорошо. Вижу вас еще чуть-чуть. Я рядом, прием. Идем к тебе. Не, ты подожди. Твоим друзьям лучше не дурить. Так. Они тебя не тронут. Слушай, доверься мне. Тебя не тронут. Брось оружие, живо! Уберите от меня автоматы, вы все! Так, погодите, всем успокоиться. Он нам не враг. Я не хочу тебе вреда. Не совершай ошибку, солдат. Опусти оружие сейчас же. Нет, давай сначала ты. Брось оружие, или мы стреляем. Ты слышал? Живо бросай оружие. Сзади стоял этот. От рук, сука. Американца. Хранитель. Ладно. Опять. Все. Нет смысла воевать. Хватит. Как по мне, надо вышибить тебе мозги. Да это не надо. Ничего не изменит. Я так и останусь в аду. Не искушай. Возвращаемся в храм. Вяжи его. Будет дергаться. Да зачем его вязать? Господи, не надо. После всего, что было, удружил. Это правда. Боже. Что это за тварь? Глянешь, и очко сжимается. Эй, вы вместе ее завалили? Мы бились вместе и победили. Боже. План накрылся. Что бы ни случилось с Джоуи, он мертв. И неизвестно, сколько тут этих тварей. Думаю, надо вернуться в храм, отдохнуть. По-моему, это лучший план за день. Нахуй он его тащит. А чё, девушка все упала и все? Я думал, она там упала в воду куда-нибудь. Как хочешь. Расскажи все, что знаешь об этих существах.
Ты их уже видел? Знаешь, откуда они? Сколько их внизу? Надеюсь, ты веруешь, брат. Когда монстры вернутся, тебе понадобится защита высших сил. Это полковник Эрик Кинг, военно-воздушные силы США. Главный инженер-ядерщик иракской разведгруппы. Мой приказ — отыскать здесь химоружие. Отряд обнаружил нечто странное. Я начинаю вскрытие неопознанной формы жизни. Успеем их на камерах засечь. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в шопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Я тебя всегда прикрою, друг. Так и знай. Ну, это мы еще проверим. Тут ты... Какой-то ты то адекватный, то ты неадекватный. Себе. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да что с тобой? Не эти люди войну начали. Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Бля, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. А тебя разве нет? Регбист главному ястребу. Как у вас? Прием. Это главный 2-1. На камерах чисто, дыры заделали. Прием. Прекрасно. Теперь осмотрите восточный коридор. Прием. Вас понял. Конец связи. Рост существа примерно 8 футов, 2 ноги, крылья. Перепонки крыльев крепятся к передним конечностям и пальцам рук. Эпидермис смазан какими-то выделениями, кажется. Внутри оно словно больно. После смерти оно быстро разлагается. Регбист, это главный ястреб 2-1. Мы у восточного прохода. Прием. Вижу вас. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили. А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда. И пробиться. И надрать нам задница?
зачем ползти, когда там сбоку можно было пройти? Так, продолжаем. Ближе к аду я еще не был. Я это за что ей так? Бля, кол прям в сердце задали. Полагаю, это были не твари. Но кто? Не знаю. Баши? Может, заберем его? Так. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Ножей-то у вас, видать, нету уже. Так. Обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Жопа там скрыта. Что это? Они здесь нашли что-то странное. Да, реально. Ну, ой, там еще. Так. Так. Растяжка, барышня. Вот. Барышня жива. И растяжка. Это не укол. Его как будто высушили. Наверное, исследователь. То есть вот как надо было секрет вообще все искать. Что такое? Говно. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Красота. Ты глянь на резьбу. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать.
Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Так. Давай у стены. Эти твари коварные уёбки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем их врасплох. Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь... Может, нам так и надо? А я мутил с Рэйчел. Ты чё, шутишь? 3 недели. Готово. Хоть друган узко. Это главный ястреб 2-1. Мы на лестнице, ведущей вниз в лабиринт. Ждем приказа, прием. Вас понял. Отступайте и оцепите периметр. Конец связи. Закрепи ту камеру и пойдем назад. Ну вот и девчуля. То есть я сделал правильный выбор. Страшилочка проснулась. Эрик! Эрик! Ну, сейчас ты так и ответил, блядь. О, что там за эта хуйня какая-то бурлит? В этот раз ты себя превзошел. Ник? Джейсон? Полнотка пошла. Откуда здесь огонь? Не к добру это. Так. Хуйня какая-то непонятная.
заканчивать. Так, ну вообще надо было уже заканчивать, я так думаю. А то я все продолжаю, продолжаю. Не могу оторваться. Мне очень нравится, бля, господи, страшилка. Давно не играл на какие-то такие страшилки. Так, что здесь что-нибудь есть? Там походу нихуя. Блять. Что за? Нахуй быстрее иди, блять, дупло в это залазь, пизда. Все в крови, она загорится, думаешь? Ага, я буду долго еще гореть. Как-то она получше выглядит. Так. Сейчас окажется, что это на самом деле люди, да? У них там челюсти какие-нибудь одеты просто. Пизда тебе. Типа она не идет, если я не иду, да? Блять, она прям сзади. Че, не чист, она, блять, не слышит, глухая, блять.
Вижен. Ну, живо! Иди, а ты как выжила? Так, и на этом, пожалуй, все. Внезапно выжила еще одна. Это просто тьфу, нихера себе. Вот этот поворот, вроде бы ее утащили там в самом начале, так очень быстро. Блин, мне нравится, нравится, нравится. Но очень долго заседаю, мне кажется, по времени. Поэтому давай, счастливо.